Экологические субботники стартовали с напутственного слова заместителя главы администрации городского округа Щелково Юрия Родионова. Вы видите, что не совсем и не всегда наши гости и жители опрятно себя ведут возле водоемов, на водоемах. И, конечно же, нам вместе с вами очень важно, тем, кто проживает здесь, чтобы в этих местах, конечно же, был порядок, чистота. Всего субботник включил в себя 16 точек для очистки территории. Это озеро Сиваш, ручей Поныри, берег ручья Воронок, прибрежная полоса реки Клязьмы, Петрищинский пруд, Трубинской пруд, Супоневский пруд, Банный пруд, река Лошутка и другие. Одной из наиболее массовых точек стало озеро Сиваш. Добровольцы в лице общественников, а также сотрудников администрации и местных жителей Щелковского городского округа, надев перчатки и прихватив побольше мусорных пакетов, с энтузиазмом принялись очищать загрязненное пространство. На озере Сиваш его, к сожалению, оказалось немало. В воде были обнаружены битые стекла и металлические прутья от мангала. Сами отдыхающие негодуют и просят всех, кто оставляет после себя подобное, понять, что они делают себе же хуже. Ведь отдыхать здесь придется их детям и им самим. И люди приходят сами отдыхать, и хотелось бы, чтобы они даже сами за собой убирали, потому что они приходят сюда обратно. Мы тоже, когда приходим, стараемся убрать, чтобы прийти и опять было чисто. Потому что это все надолго, и пусть наши дети и внуки здесь купаются, загорают. Много очень колес и разных железных предметов, то есть мангалы бросают в воду, но этого делать нельзя. Просто мы сами себя загрязняем, сами делаем плохую жизнь сами же для себя. Давайте, чтобы было красиво, весело, за собой убирайте мусор, чтобы людям и всем нам хорошо можно было отдохнуть, подышать воздухом, тем более с детьми, покупаться. Озеро очень чистое, красивое, находится в хорошей зоне нашего любимого города Щелков. Всего за субботник было собрано около 43 тонн мусора, а поучаствовало в уборке более 1500 человек. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».